Привет, девчата и ребята. Сейчас я буду снимать стихотворение про бабушку Папулю. Чем Папулям посвящается. Папочка Папуля, как тебя люблю я. Разве мы когда группой гулять идем с тобой? Или что-то мастерим, или просто говорим. И как же тебя опять на работу отпускать? Новым годом у нас даже вот елочка наряжена. Пока!